Если вы спрашиваете человека, вот тебе сейчас стало, представь себе ситуацию, в которой тебе стало скучно, что ты будешь делать. Если это свободный художник, это кошмар. Потом он может рассказывать, там, тырым-пырым-ресторан, неважно что, но просто представить такую ситуацию, это кошмар. Если это доминант, мне скучно не бывает. У него нет кошмара, у него есть целеустремленность на лице. Да, но это ответ на доминанта, да? Да, если это служитель, мужик придумал, у него нет кошмара, у него есть такое удивление, надо что-то сейчас, скучно, да мне как бы. Никому из них не бывает скучно, никто из них не скажет, что им бывает скучно, потому что каждый из них что-то будет делать. Но реакции на скуку совершенно разные. А если это блогер, то это трагедия. Скучно, нет, но я чем-то займусь, я обязательно что-то придумаю. Совершенно разные эмоциональные реакции на этот мысленный тест. Доминант включает железную волю, служитель включает растерянность и удивление, блогер включает печаль и страдания, а свободный художник, это просто кошмар, потому что это его источник жизненной силы, и перекрывание источника жизненной силы равноценно болезни, смерти, распаду. Это как если человеку, страдающему арахнофобией, показать паука.